2 февраля – День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска завершили разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Грандиозное по своим масштабам сражение продолжалось 200 дней. Впервые в истории была окружена и уничтожена столь крупная группировка войск – 6-я армия Паулюса. Победа Советского Союза в Сталинградской битве укрепила лагерь антигитлеровской коалиции.